Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В праздник Святой Пасхи мы несем добро в каждую семью. Пекарни «Добропек». Добрые куличи и творожные пасхи к вашему столу. Развитие малых предприятий и частной швейной индустрии в Курском регионе – один из главных вопросов, обсуждаемых на минувших выходных в рамках консорциума легкой промышленности. Продвижение продукции и маркетинг. Сообща предпринимателям данной сферы, эти задачи решать проще. Сегодня здесь показывали в том числе продукцию предприятий, которые буквально вот в 2020 году получила финансовую поддержку города Курска. И ребята уже показывают хорошие результаты. Это и принт на материале нанесения. Это и современные формы. Ну, я доволен, что вот эта поддержка, она действительно была оказана тому, кто ее оправдал. И теперь мы имеем еще одного хорошего производителя. Спортивная форма и одежда для учащихся школ. Из качественных и натуральных материалов по доступной цене. Один из самых востребованных продуктов легкой промышленности региона. Курские производители имеют собственные дизайн-решения, патенты и технологии. Видно, что предприятия подготовились. Видна работа консорциума. Это проявляется и разнообразие моделей, цветовых решений, качеством материалов. То есть работа проведена большая. И я думаю, что здесь и родители, и учителя смогут подобрать действительно то оптимальное, что нужно для каждого класса, для каждого ребенка. Выбор действительно большой. Я интересовался и ценовыми предложениями. Школьники должны учиться практично, удобно, комфортно. И вот это, наверное, самое главное. Еще раз повторюсь, конечно же, доступно для кошелька. В целом же на сегодняшний день консорциум реализует свою продукцию в 35 регионах Российской Федерации. От Калининграда до Владивостока, в Москве и даже в Казахстане. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.